Hurmatli xonimlar va janoblar, olqishlab qo'yamiz, faxrli mehmonlarimiz tashrif buyurishmoqda. Друзья, коллеги, мы рады приветствовать вас на пресс-конференции, посвященной 20-му юбилейному турниру GFC, который проходит в Узбекистане. Demak, aziz do'stlar, yana bir bor barchangizga xayrli kun tilab qolamiz va barchangizni bugungi matbuot anjumanida ko'rib turganimizdan bag'oyatda shod ekanligimizni bayon etmoqchimiz. Xabaringiz bor, bir necha kunlardan beri ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston tarixida ilk marotaba MMA bo'yicha turnir bo'lib o'tishi haqida bot-bot xabar berilmoqda va aynan mana shu turnir oldidan o'tkazilayotgan matbuot anjumanida barchangizni yana bir bor aytib o'tamiz, ko'rib turganimizdan bag'oyat. Итак, позвольте представить вам спикеров пресс-конференции. Президент Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана Атабек Умаров. Президент промоутерской компании GFC Александр Гурьянов. GFC промоутерной компании президента Александр Гурьянов. Тренер и наставник Хабиба Нурмагомедова, уважаемый Абдулманав Нурмагомедов. Хабиб Нурмагомедов. Тренер команды Узбекистана Сунат Ильясов. Сунат Ильясов. Наши звездные бойцы, действующий чемпион GFC Умар Нурмагомедов, Россия. Bizning jangchilarimiz GFC'ning amaldagi chempioni Umar Nurmagomedov. Chempionlik uchun da'voga Brayan Гонсалес, Аргентина. И позвольте представить официальное лицо и почетного гостя всех турниров компании GFC, абсолютного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. UFC bo'yicha mutlaq jahon chempioni Хабиб Нурмагомедов. Друзья, позвольте вначале предоставить слово нашим спикерам, и первое слово мы предоставляем господину Атабеку Умарову. Demak, bugungi tadbirimizning ochib berish uchun biz so'zni O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi raisi Atabek Umarovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. Я с удовольствием приветствую вас всех здесь. Хочу поблагодарить почетного президента промоутерской компании GFC, уважаемого Абдулманапа Нурмагомедова, и абсолютного чемпиона UFC, моего друга Хабиба Нурмагомедова, за то, что они приняли наше приглашение провести юбилейный 20-й турнир GFC в Ташкенте. Турнир пройдет завтра, 23 ноября, в спортивном комплексе «Хумо». Выражаем свою благодарность всем представителям средств массовой информации и уважаемым нашим гостям, проявившим интерес к освещению этого грандиозного турнира, который происходит в нашей истории в Ташкенте первый раз. Спасибо большое. Добрый вечер, друзья. Для нас это, для компании GFC, это большая честь стать частью большой истории смешанных единоборств Узбекистана. Турнир GFC, юбилейный турнир GFC 20, который пройдет завтра на Humo Арене, это самое грандиозное событие из всех, которое было в истории GFC. Поэтому еще раз хотелось бы сказать большое спасибо нашим партнерам из Узбекистана. Пожелать вам прежде всего процветания. И вот буквально несколько минут назад разговаривали о том, что история ММА Узбекистана, которая началась буквально недавно, впишет новые имена спортсменов, выступающих за страну Узбекистана, которые будут поднимать флаг на самых высоких аренах. Поэтому сотрудничество. Спасибо. Qarindoshlar, so'zni biz Хабиб Нурмагомедовning ustozi hamda murabbiyi Абдулманав Нурмагомедовga bermoqchimiz. Marhamat. Салам алейкум, добрый день. Очень приятно присутствовать здесь на первом турнире GFC по MMA и юбилейный для нас очень важный 20-й турнир проводим именно здесь, в Ташкенте, столице Узбекистана. Так сложилось, что в армии тоже очень близкие мои друзья были с Узбекистана, это Скаканда, Бугумбай Манвар. Учились со мной в группе, в институте тоже. Вахабжун Тургону. Знаю традиции. Я здесь спустя 37 лет выступал на вооруженке. Сейчас говорят, нет, это трудовые резервы. Очень приятные воспоминания. Я здесь становился третьим. Потом выиграл вооруженку по полоса пикации в Чирчаке. И был в финале Самарканда по греко-римской борьбе. Вот такие ощущения были в молодости. 20 лет, когда мне было здесь, в Узбекистане. Хочется видеть старых людей и оставить хорошими боями, хорошие впечатления о нашем промоушене. И хотелось бы очень поблагодарить радужный, добродушный народ Узбекистана и поприветствовать чисто демократическое, человеческое продвижение вашего государства. Мы за этим следим. Очень способное, хорошее руководство и хотим верить вот такое приближение народу, и вы в авангарде находитесь, ваши отношения к народу. Я думаю, народ оценит. Спасибо вам огромное. Друзья, мы хотим попросить вас надеть наушники и предоставить слово тренеру Хавьеру Мендесу. Demak, barcha hamkasblarimizdan aynan mana shu quloqchinlarni, raqobatchilarni iltimos qilamiz. Zero so'zni biz Хабиб Нурмагомедовning ustozi Хавьер Мендесga bermoqchimiz. Marhamat. Hello everybody. Hello everybody. I'm very proud to be here and this is the first time that I have ever seen where you have a country support such a wonderful martial arts in the MMA. Like we have, I've been involved in the MMA since the beginning, 1995, and I've never seen this kind of support for its athletes, and the way that the support is from here, from the country, and Attabek here, it's second to none, and as a result of this, I guarantee that you will see many great athletes coming out of this country and superstars to come. Thank you. Друзья, сейчас мы хотели бы предоставить слово нашим бойцам, которые будут биться завтра на арене Humo за звание чемпиона GFC. Вы знаете, что 20-й юбилейный турнир пройдет именно там. И сейчас, с вашего позволения, мы хотим дать слово Умару Нурмагомедову. Может, отец за него ответит? Давайте. Умар сделал весь, я думаю, ему нужно готовить, готовиться. Я не знаю, почему задержался, но мы ждем от него яркой защиты и хорошего выступления здесь, в столице Узбекистана. Я думаю, у нас не было до сих пор проблем с соперниками. Надеюсь, не будет и завтра. Ertaga bo'lib o'tadigan aynan o'sha markaziy jangimizda GFC chempionligi uchun da'vogar argentinalik Brayan Gonsalesga biz so'z navbatini e'lon qilmoqchimiz. Marhamat. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quería decirles que estoy muy agradecido que me hayan convocado por este evento. La verdad que es una ciudad muy linda, me encanta, muy buena gente. Me siento muy cómodo y nada, espero brindarles una buena pelea, así ustedes, digamos, disfruten de un buen show, que es lo que se merece. Друзья, и, конечно, мы все хотим услышать еще одного спикера, Уважаемый Хабиб Нурмагомедов, слово вам. Валбат Рузник Фахри Мехмамас, Хабиб Нурмагомедов, Катамсу Сбермовчмас, Бахамат. Салам алейкум всем, добрый день. В первую очередь хотел бы поблагодарить, сказать большое спасибо Атабеку Умарову, то, что откликнулся и сделал все, чтобы организовать этот турнир здесь. И большое спасибо ему. И хотел бы пожелать удачи и процветания Федерации Узбекистана ММА. И этот вид спорта очень развивающийся, и среди молодежи, я думаю, если провести опрос, будет сказано не в обиду другим видам спорта, этот вид спорта самый популярный. Я уверен в этом, особенно среди узбекской молодежи. И я думаю, что если даже не сейчас, то в будущем по-любому пришли бы к тому, чтобы открыть федерацию, чтобы этот вид спорта развивался по правилам и по установленным, так скажем, правилам, потому что нужен регулирующий орган, который будет смотреть, который будет создавать любительские турниры для молодежи, будет создавать правила, будет следить за здоровьем бойцов, потому что здоровье молодежи это очень важно, особенно ребят, которые будут выступать в этом виде спорта. И хочешь, не хочешь, я думаю, что со временем мы пришли к этому. Но чем раньше, тем лучше. От себя хочу пожелать всем, чтобы тренировались, чтобы было меньше свободного времени, так скажем, у молодежи, чтобы они проводили время за учебой, за тренировками. Потому что это часто, а через лет 20-30 вообще положение страны будет в руках этой молодежи, которую вы будете воспитывать сейчас. И хотел бы пожелать всем вам удачи завтра. Завтра будет очень серьезный день, так скажем, для узбекского ММА. Первый в истории турнир пройдет у вас. И со своей стороны буду делать все возможное, чтобы помогать в развитии именно ММА в Узбекистане. Если нужно кому-то помочь в Америке, всегда буду рад, так как я нахожусь там уже очень давно и имею там какое-то влияние, могу всегда помочь. Если будет боец достойный подписания в UFC или в других организациях, я всегда рядом. Так что еще раз удачи вам всем. Большое спасибо. Я думаю, еще хотел бы добавить, я думаю, что вообще вот эта федерация, она будет таким очень большим трамплином для того, чтобы у узбекского, так скажем, народа вышли чемпионы. И я думаю, через 5-6 лет будет немало бойцов в UFC, лучших организаций мира. И кто знает, что никто не знает, может быть, что через 4-5 лет ваши бойцы будут бороться за звание лучшего бойца мира. У вас уже есть ребята, я хотел бы отметить, что вот, Амин Ирбашев, Музаффар Раджабов и Мурсултан из-за боя я сам видел лично, 2-3 раза я присутствовал на его бое. Так что у вас уже дерутся хорошие ребята. Вот то, что есть, надо развивать и улучшать, и давать дорогу молодым. А дорога молодым, она заключается в любительских турнирах, над которыми мы сейчас будем работать, будем строить, так скажем, помогать строить план, календарный план на следующий год, чтобы 5-6 любительских турниров прошло, а именно на любительских турнирах и растут молодые бойцы. Так что мы всегда рядом, всегда поможем. Вам большое спасибо, что пригласили, и удачи всем. Hurmatli xonimlar va janoblar, aziz hamkasblar, bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Bir necha daqiqalardan so'ng aniqrog'i soat 18:00da biz face to face tadbirni ham o'tkazamiz. Shuning uchun azizlar, matbuot anjumanida aniq, lo'nda va turnirga taalluqli savollarni berishingiz mumkin. Bevosita jurnalistlarga murojaat qilmoqchimiz. Marhamat, savollar bo'lsa, spikerlarimizga savollaringizni yo'llashingiz mumkin va biz mikrofonni sizga taqdim etamiz. Уже есть вопрос, я передаю микрофон. Здравствуйте, уважаемые гости, уважаемые коллеги. Очень рада вас видеть, спортсмены, у нас на родине, в Ташкенте. И Хабиб Нурмагомедов, мы следим за вашими поединками. Очень интересно наблюдать и всегда болеем. Ваших поклонников у нас в Узбекистане очень много. Но вопрос мой адресован к руководителю ассоциации нашей, Атабеку Умарову. Хотелось бы узнать об основной цели создания ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана. Спасибо. Спасибо большое. Основная цель создания этой ассоциации – это на мировой арене представлять свою страну в этом виде спорта. Как вы знаете, у нас к этому виду спорта очень много интересующих среди молодежи, очень много талантливых ребят, которые, я уверен, в будущем будут поднимать наш флаг высоко-высоко. Основная цель является это на официальном уровне представлять, чтобы ребята могли гордо представлять свою страну и свой народ. Заключается в этом. Спасибо за вопрос. Demak, azizlar, davom etamiz va navbatdagi savolni kim berishini e'lon qilmoqchi edim. Undan avval yana bir bor eslatib o'taman. Savol berayotganda o'sha faoliyat yuritayotganingiz ommaviy axborot vositasi nomini aytishni unutmang. Marhamat, navbatdagi savol. Bor bizda savol. Marhamat. Olam sport komissaridan tomonidan xabarlar. Assalomu alaykum qatnashchilar, sportchilar. Albatta tarixiy kun. Mana shu yo'qotgan qon ham qaysidir ma'noda oqlik misoli va boshlangan ishlarning xayrlisi deb hisoblaymiz. Atulbek aka, siz savol bermoqchilar. Mana shu musobaqalarni o'tkazgandan keyin o'z hozirning o'zi butun dunyo hamjamiyati, MMA hamjamiyati deylik, O'zbekistonga nigoh tashladi, e'tibor qaratdi. Albatta Habibning bu yerda bo'lishi ham dunyodagi o'sha e'tiborning naqadar kuchli ekanligidan dalolat berib turibdi. Endi mana shu musobaqalarning davomiyligini saqlab qolish uchun kelajakda ham shunday yirik musobaqalar o'tkaziladimi? Javob so'rayman. Rahmat savol uchun. Bizning asosiy maqsadimiz va yana bir bor rahmat aytaman, biz shu taklifimizni qabul qilib, GFC 20-chi shu yubileyni musobaqasini, turnirni mana shu Toshkentda o'tkazishga rozi bo'lishganidan biz bu boshlanish albatta kelajakda bugun ammani maslahat qilib kelishib oldik. Shu dunyo miqyosiga o'zimizni sportchilarni ko'tarish uchun o'piti kuchli katta bir chet eldan trenerlarni taklif qilib, ular bilan birgalikda maslahatlashgan holda shu sportimizni rivojlantirmoqchimiz. Albatta bu birinchisi, keyingi yilga rejalarimiz o'zimizni yurtimizda zborlar o'tkazish, har bir viloyatlarda, har bir viloyatlardan yaxshi sportchilarni yetishtirib chiqarish, kelajakda xudo xohlasa dunyo arenalarida qatnashish va dunyo arenalarini jalb qilib musobaqalarni GFC boshlanishi oldinroq aytib o'tganimdek, albatta katta musobaqalarni harakat qilamiz Toshkentda va boshqa bizni viloyatlarimizda o'tkazish. Mehmon otangdek ulug' degan naql bor. Xalqimizda mehmonlarimizga ham murojaat qilishingiz mumkin. Bizda savol bor. Avvalambor assalomu alaykum. Maris Xo'jayev Zo'r telekanalidan. Umuman olganda bu assotsiatsiyaning tashkil etilishi haqiqatan da biz uchun, umuman o'zbekistonlik aralash jang san'ati ustalari uchun katta bir bayram bo'ldi deb aytishimiz mumkin. Bermoqchi bo'lgan savolim, umuman yana mana shunday katta musobaqalarga yana dunyo yulduzlaridan kimlarni taklif etishingiz bor? Birinchisi. Ikkinchidan Habib Nurmagomedovga savolim, aynan sizni raqiblaringizni birontasini aynan O'zbekistonga keltirib, menimcha buni ham ilojisi bor bugungi kunda Humo Arena'sida jangingiz o'tkazilsa kelgan bo'larmidingiz? Bo'lardim. Вопрос к тебе адресован. Они спрашивают в будущем, если бои основные проводиться по Москве, согласились бы? Спрашивают. Извиняюсь, что узбекский не знаю. Постараюсь в следующем разу подготовиться. Если вы спрашиваете насчет моего боя в Humo Arena, я думаю, что Humo Arena, она соответствует уровню UFC, вообще мирового уровня, потому что, вот, например, в Москве провели турнир, последний турнир на ЦСКА Арена, если не ошибаюсь, 11 тысяч. А Humo Arena, она, по-моему, если не ошибаюсь, 15 тысяч на месяц партнеров. Так что я сам тоже был лично на Humo Arena, в прошлый раз, когда я прилетал, смотрел, это арена мирового уровня, так что там могут пройти, и особенно накрытая, так что там можно пройти UFC спокойно, например, там в Бразилии, там, я не знаю, там, в Европе где-нибудь, иногда бывает арены там 9 тысяч, 8 тысяч. Так что если UFC проведет, конечно, я не могу выступить, так как у меня контракт с UFC, я не могу на GFC выступать или там в других промоушенах, потому что у меня контракт с UFC, я являюсь действующим чемпионом UFC, мне нужно защищать пояс. Если в будущем Федерация Узбекистана захочет провести турнир UFC и мой бой там пройдет, если они договорятся, конечно, с удовольствием здесь подался. Наши земляки смогли из России и Дагестана прилететь. Так как в Дагестане сейчас нет той арены, которую могли бы UFC провести, есть стадион 30 тысяч, да, очень хороший даже, но UFC не проводит на стадионах, если этот стадион не крытый. Так что Humo Arena мне идеально подошла, я с удовольствием здесь выступал. Умар Нурмагомедов появился. Думаю, что здесь я уже дала вам слово, так что, наверное, я повторю. Слово предоставляется нашему Умару Нурмагомедову, который завтра будет защищать свой титул чемпиона. Ассаламу алейкум, добрый день. В первую очередь хотелось бы извиниться за свое опоздание. Вчера у меня была весогонка. Весогонка всегда вещь тяжелая. И я восстанавливался, в связи с этим опоздал. Я извиняюсь за это. И я хотел бы сказать спасибо. Спасибо за гостеприимство. И я очень рад выступить на первом турнире в Узбекистане, в главном бою вечера. Постараюсь показать хороший зрелищный бой. Специальный корреспондент ТАСС. Всех приветствую, я здесь гость, и спасибо большое за ваше гостеприимство. У меня вопроса два, но первый вопрос Атабеку Умарову. Мы сейчас немного затронули тему возможного боя Хабиба в Узбекистане. Понятное дело, что это там вопрос долгого времени, когда придется до турнира UFC, это развитие. Но ставите ли вы перед собой такие задачи, привлечь сюда не только прекрасную молодую лигу GFC, но и большие лиги, Беллатор, допустим, может быть, ПФЛ и, возможно, UFC. В какие сроки, как вы думаете, они могут прийти в Узбекистан? И вопрос у меня Хабибу такой, он достаточно юмористический. Хабиб, насколько тебе тяжело потом восстанавливаться после таких гостеприимных поездок? Сколько ты набираешь веса за такие поездки? Или ты, наоборот, бережешь организм и стараешься кушать поменьше? Спасибо. Спасибо большое. Как я ранее сказал на узбекском, мы все силы свои будем максимально прикладывать на то, чтобы привлечь и привести как можно больше звезд сюда, не только погостить, а поучаствовать именно вот на турнирах. Надеюсь, это наши планы реализуются в следующем году. Мы будем стараться сделать все для этого. Спасибо. Насчет юмористического вопроса. Ничего юмористического здесь не вижу, потому что мне надо это весь гонять. Вчера у нас мы были в гостях, кушали и как раз вспоминали про диету. И сегодня Атабек сказал, что сегодня стол будет диетический. Я не знаю, насколько он будет диетический, но в любом случае всегда тяжело гонять вес. Ну, сейчас мы до съемки еще время есть. Я сейчас об этом стараюсь не думать и просто провожу в день одну хорошую тренировку, как минимум. Ну, вчера 2 раза потренировался, например. Сегодня, скорее всего, 1 раз потренируюсь. Ну, в любом случае, стараюсь всегда тренироваться, а когда придет время, я думаю, что я сяду на диету и справлюсь с этим весом, как и справлялся за всю свою карьеру, да, так скажем. Сколько уже лет я выступаю, начиная с любительского уровня, заканчивал сейчас профессионально, уже более 15 лет приходится следить за весом, так что нормально, если плохо справлялся, я думаю, чемпионом не был бы. Так что я думаю, что нормально мы справимся. А в Узбекистане, конечно, насчет еды здесь на другом уровне, я не знаю, я много где бывал, но такую вкусную еду я еще нигде не кушал. Так что очень большой ассортимент, и я думаю, что ты сам, наверное, тоже убедился в этом плане. Здесь все на высшем уровне. Но стараемся держать друг друга, мотивировать. Вчера сидим с отцом, говорю, все, тебе хватит, а то потом он мне говорит, все, тебе тоже хватит. Вчера Хавьер кушал, и отец ему на английском говорит, релакс, расслабься, говорит. Так что, ну, пока приехали, пока гости, не будем об этом думать, просто будем наслаждаться. Ассаламу алейкум, Амдаза Спорбонов, спорт-канал. Мой вопрос это обоим тренерам Хавьеру Мендесу и Нурмагомедову. Насколько Гордей имеет отношение к Хабиб Нурмагомедову и Мурсултану? И второй вопрос Хабиб Нурмагомедову и ваш прогноз перед матчем, это перед боем Умар и Брайан. Obviously, this one session. They ask about me. About you? Yes. Oh. Sorry, I didn't really get the question because obviously I still don't understand much. Very few little words. But as far as Habib, he started coming to me in 2012. For his second UFC fight, and the biggest issue we had at the very beginning was the language barrier. I couldn't understand, he couldn't understand me. So I saw great talent in him, but the biggest thing I thought was, man, if only this guy would be able to listen, he could be the best. And one day later, about a few years after, Habib comes up to me and he says, hey coach, you remember when you used to say relax? And I said, yes. He goes, well, I thought you meant go harder. So I would go harder. So then I realized this guy could be really great. And that was one of the funniest things I had about him, but yeah, he is by far the strongest fighter mentally that I've ever trained, and for that reason, I don't ever see him getting beat. I see him retiring on top, and I see him doing whatever he wants to do. Перевод, я думаю, перевод не требуется. Мы тут решили быть гостеприимно, подготовили испанскоязычного переводчика, а Хавьер нас вот удивляет английским хорошо. Есть еще вопросы? Ответ, наверное, насколько горды или этот вопрос, мне моя религия не позволяет гордиться. Горделивый не войдет в рай. Насчет Умара и Брайана. Я думаю, что это хороший бой будет, не только по многим причинам. И первая причина это то, что они оба не побеждены. У Брайана 6-0, рекорд у Умара, если не ошибаюсь, 11, по-моему. Но оба не побеждены, и одному придется сегодня, точнее завтра проиграть. Это уже большая интрига. Во-вторых, я смотрел Гонсалеса бой, бои, пару боев смотрел, он постоянно идет вперед, постоянно прессингует. Амур очень хорош на контратаках, так что это будет такой стилистический, тоже очень интересный бой. С Умаром у нас проблема в том, что Умара уровня бойцы уже дерутся в UFC, и ему очень тяжело достать соперника. Вот, организация тоже знает, уже сколько турниров, последние 3-4 турнира, прямо перед турниром у него слетает соперник. Так что я думаю, что это его будет последний бой в организации GFC, и в случае успеха мы, скорее всего, его подпишем в UFC, так как в январе ему уже исполнится 24 года. Ну, если этот бой он выиграет, у него будет 12-0 рекорд. Если тебе 24 года и ты не побежден еще, и у тебя рекорд 12-0, я думаю, что это самое то, чтобы подписаться в UFC. Так что у нас такие планы. Но в первую очередь ему надо пройти завтрашний тест в лице Брайана Гонсалеса. Парень еще не проиграл, очень хорош. Так что будет интересный бой. Savolim Brayanga Gonsaleska. Brayan, siz uchun bu jang kutilmaganda bo'ldi, ya'ni Nikita Chistiakovni sog'lig'i tufayli. Vaholanki bunday janglarga ma'lum bir vaqt tayyorgarlik jarayonlari bo'ladi. Aynan shu omil sizga ertangi jangda muammo tug'dirmaydi. Ikkinchi savolim GFC promotioni prezidentiga. Bu promotionda O'zbekistondan Lilya Shakirova hamda Sirojiddin Eshonboyev o'z janglarini o'tkazadi. Savolim shundan iboratki, ertaga debyut qiladigan jangchilarimiz bu promotion bilan shartnoma tuzadimi yoki avvaldan tuzib bo'linganmi? Hola, ¿qué tal? El traductor no habla también, pero entendí más o menos la pregunta. Yo me siento bien, vine entrenando para esto. La verdad que bueno, fue muy de repente, 5 días, 4 días, previo aviso para la pelea. Y bueno, la verdad que es un honor poder compartir esta hora con él. Y como dijo Khabib, va a ser una buena lucha y el mejor saldrá adelante y tendrá la victoria. В нашей лиге есть чемпион, боец из Узбекистана, это Лилия Шакирова. Она чемпионка в нелегчайшей весовой категории, 57 килограмм. И она общается с парнем из России, но друзья там дружат. И буквально недавно состоялся разговор в плане того, что она немного набрала вес. И от меня поступило предложение, говорит, надо с ней связаться и поборется за возможность стать чемпионом весовых категориях 57 и 61 килограмм. Что касается спортсменов, ребят, двое ребят уже выступали, с ними уже подписаны контракты, мы будем дальше с ними работать, сотрудничать. С данными ребятами пока подписали контракт только на один бой, и в дальнейшем планируем смотреть и привлекать их на наши турниры, которые будут проходить не только в Узбекистане, но и в России и в других странах. Еще раз повторюсь, здесь очень много хороших, ярких бойцов, и двое из них даже претендовали за бой за пояс. Это в полутяжелой весовой категории и в тяжелой весовой категории, но мы не стали им сразу в первых же боях давать возможность подраться за пояс, решили их, скажем так, проверить, и в случае победы будем уже вести переговоры о возможности их сразиться и побороться за титул чемпиона своей весовой категории. Спасибо. Ассаламу алейкум, добрый вечер. Телеканал «Мини Евротон», Хилова Исакова, и у меня вопрос к Хавьеру Мендесу. Я смотрю, вы заскучали, играете в телефон. I have a question for you. Okay, perfect. How is there such cases when Khabib says, no, I know better what to do and it's not all be you? Maybe. What was that? When Khabib does not all be you or says, no, I know better what to do. Are there such cases? Well, with Khabib, I love father being around because I know he has from his father, and I love that there. But yeah, if it's just me, it's harder. Yeah, he drives me crazy sometimes. Thank you. Вопрос к нашему тренеру Сунат Ильясову. Ассаламу алейкум. O'zimizni, jangchilarimizni tayyorgarlik jarayonlari qanday ketyapti? Shu haqida batafsil aytsangiz. Assalomu alaykum. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Sana мероприятие ko'rganimdan xursandman. Sportchilarimizga keladigan bo'lsa, tayyorgarchilarimiz juda yaxshi, murakkab. Biz ertaga bo'ladigan kechki tungi nimadan tayyor, nastroyeniyamiz zo'r, g'alabalar bilan o'zimizni, o'zbeklarimizni, aholiga hamma, bizga qarab turgan hammasini xursand qilamiz. Janglarimiz bilan. Rahmat. Еще вопросы? Шведа версия собак чемпионата өтті. Франк Мир, мехмонлар борасында бұл инсанды исми шарифтарга олмаган, лекин hozir көріп тұрпыз, умуман bu yerga tashrif buyurishi qanday bo'ldi? Kim tomonidan? Savolingiz kimga bo'ldi? Very much enjoying it so far. Uzbekistan is very hospitable. I'm very proud to be part of the Guerrilla Fighting Championship. The fights here, every time I ever come out to call fights in Dagestan, Chechnya, Kazakhstan, the fighters are always top notch, very impressive. And so it's always very much my enjoyment to be here so close to the fights, watching such great fighters. Men ko'plab yurtlarda bo'lganman, Dog'iston, Checheniston, lekin O'zbekistonga ham mana tashrif buyurdim va o'ylaymanki, ertaga bo'lib o'tadigan janglar aynan mana shu taklifim bekorga bo'lmaganini ko'rsatib beradi va men ajoyib bir-biridan qiziqarli bo'lgan janglarni tomosha qilish uchun keldim. Kechadagi savollar qo'shimcha qilsam, kechirasiz. Ko'p mehmonlar taklif qilingan, albatta ular o'zlarini vaqtlari agar qulay bo'lsa tashrif buyurishyapti. Bu hozirgi yerda tashrif buyurgan mehmonlardan tashqari yana boshqa hurmatli mehmonlarimiz kelishgan. Ulardan hozir aytishimiz mumkin, Roy Jones va Jek Monsonlar ham mehmon sifatida taklif qilganmiz, ular qabul qilib kelishdi. Спасибо. Коллеги, мы можем ответить, наверное, еще на один-два вопроса, потому что внизу в концертном зале идет подготовка к церемонии взвешивания и face-to-face, и наши гости должны перейти на другое мероприятие. Есть еще вопросы? Мархамат, агар саволлар bo'lsa, bizga murojaat qilsangiz yoki qo'lingizni ko'tarsangiz, biz sizga mikrofon taqdim etishimiz mumkin. Yana bir bor eslatib o'tamiz, face-to-face marosimi bo'lib o'tadi. Shuning uchun azizlar faolroq bo'lishni sizdan iltimos qilgan bo'lardik. Есть вопрос? Assalomu alaykum. Azizlar Murodov Xalsuzdan savolim Sunnat akaga edi. Sunnat aka, baribir O'zbekistonda MMA deganda birinchi navbatda siz ko'z oldingizga kelasiz. Bunaqa musobaqa afsuski nasib qilmayapsiz Toshkentda yoki O'zbekistonda umuman territoriyasida o'rchish. Qisqacha aytib bera olasizmi, orzungiz ushalyaptimi ertaga bo'ladigan musobaqada? Qancha uringansiz mana shu O'zbekistonda MMA musobaqasini tashkil etishga shu paytgacha? Rahmat, katta savol uchun. Albatta juda ko'p harakat qilganimizda bizga nasib qilmagan ekan, bugungi kunda mana shu yoshlarimiz kelajak avlodimizga bu narsa nasib qildi. Rahmat katta bizani rahbariyatimizga, hammalariga. Men bu narsadan juda men bu savol qiyinlashdi, men o'zim ham tushunib kelib ketyapti bu narsani ko'rib. Va endi hech qachon sportchi qarilmaydi, bu narsa har doim xohlab kelgan narsani. Men ertangi bo'ladigan jangni sportchilarimizga omad, albatta takror aytganimizda erta xudo xohlasa bizani o'zbeklarimiz juda ham murakkab, chiroyli o'yinlarni ko'rsatadi. O'zini tajribalarini, shuncha yillik tajribalarni hammasini yangi yosh sportchilarimiz o'zlarini ko'rsatadi. Рахмат, салам алейкум. Bu musobaqadan keyin mizolimizda, ya'ni aralash yakkakurash ustalarini jangini qachon ko'ra olishadi va biz bundan keyingi tadbir qachon o'tkazilishi bilan juda ham qiziqyapmiz. Yana qanday musobaqa o'tkaziladi va qaysi muddatlarda o'tkaziladi? Otabek. Avvalroq aytib o'tganimdek, avvalambor savolingizga rahmat. Aytib o'tganimdek, biz harakat qilamiz, keyingi yilgi bunaqa musobaqalar ko'proq bo'lishiga va ko'proq mehmonlarni taklif qilib, ularning tajribalari bilan bo'lishgan holda o'zimizning sportchilarimizni dunyo miqyosiga ko'tarishga harakat qilamiz. Asosiy bu musobaqalarni chet elda emas, O'zbekistonda qilishga harakat qilamiz. Rahmat. Коллеги, позвольте на этом завершить пресс-конференцию. Еще раз напоминаю, в 18:00 в концертном зале Дворца международных форумов Узбекистан пройдет церемония взвешивания и face-to-face. А вас в поле ждет небольшой фидбэк. Спасибо большое всем нашим спикерам и спасибо вам за участие. Hello.